Сегодня у нас 28 августа 2017 года. Вот пришли на лагерный пруд тут. Вот тут брат Сергей Попков рыбачил. И вот брату Никите дал, передал, вернее, мордушки, чтобы можно было гальянов ловить. Но почему-то не привязывал. Никита также оставил, но вот получилось, что где-то куда-то со вчерашнего дня они делись. Он сейчас залазит искать их. Туда, на траву лежали. Вот. Кто-то тут ставил вот этот, кто ставил вот этот, должен знать, где они. Просто, может, воду сбросил, может, вытащил. Они лежали вот одна и через полметра другая рядом. Они там, вот там вот, недалеко от берега. Угу. Надо посмотреть, может, их переставили, а может, и вытащили. Ну, прошелся туда-обратно, там далеко прошел. Дно неизведанное. А вон веревочки, вижу, вон они, вон. Вон торчит одна. Он прямо по курсу. Вот в воде ее видно. Угу. Видишь уже, да? Да, вон она. Прямо где-то здесь. Вот одна, угу. Да, вот еще одна где-то должна быть. Где-то рядышком, брат, должна быть. Их, наверное, ветром сдуло, может, даже. Вот она. Вон они бьются. Ну там сколько? Два или сколько там штуки. Так, рукой прошарь, может еще где-то натолкнешься. Где-то надо так их не сдуло, понимаешь? Да почему не сдуло? Сдует и запросто. А вон, видишь, вон. Ага, вон, вон, вон точно. О-о-о. А утром, утром не было видно тебе, да, ее? Да я утром. Я вчера проверял. Утром темно было. Вчера. А-а-а. Ну, придется искупнуться, брат, тебе, наверное. У меня руки длинные. Ага, дотянулся. Есть там улов? Тут что-то ничего как будто нету. Нету там? Нет, тут какой-то краб. Краб, которых нету у нас. Ну, надо, конечно, даже купаться можно. После жаркой работы. Как-нибудь сейчас повезем их. А что, вода теплая? Так не сказал, что сильно теплая. При большой охоте можно. Сколько там? Да. Десяток, наверное. Да не меньше, наверное. 1, 2, 5, 6, что ли. Буду сейчас выжмусь. Давай. Ну так, слава богу. Вдвоем пришли, сразу с Божьей помощью нашли. Да я, в принципе, не думал, что потерял их. Я думал, что найду, похоже. Ну, он Игнатьев сидит. Тоже посмотреть. Там Евгений Ничука что-то делает. Что-то работает тоже. Навоз что-то загружает. Или сено. Тут воды-то сколько под ним перло. Ну все, он нашел. Если мы досками-то поднимали, она бы выше была еще на полметра. Вон, нашел он. Обе нашел? Да. Ну и где они были? Ну там в воде были. Не надо их здесь ставить. Пусть она отсюда уходит, он тот угол, где Павел наш брал, угу, рыбу. Там много было. Ну что-то есть хоть маленькое? Ну в одной штук 6 есть, а во второй нету ничего. Ох, ловит. Рыбак-то он нежеланный, он не желает это делать. А селом не заставишь. Это пустая. И мордушки-то какие-то там. Мордушки вот какие были, морды. Там залазила рыба, а это
ласточка. Не, не знаю. Были мордушки большие, а это еще валяется. Это ну, после... отдай. Тут, ой, много после рыбалки осталось вещей. Да, мне Галена уже. Иди, я покажу, где надо рыбачить. Сюда больше не приходи. Вон где конец. Павел там всегда рыбачил. Там столько он рыбу ловил. Где, со стороны Саманова, с того вообще заходить? Да почему там вон, вон где Вася была? Иди. Да, да вон, сухое пошли. Дерево, вон торчит. Пошли туда, я покажу где. Забирай. Давайте я помогу перенести. Второй. Несколько штук это паля у меня поезд хоть. Тут надо заправить. А что это оторвалось-то? Это что, такая длина что ли? Да. Да какая же это длина? Веревочка. Он... Это только с пирса опускать вот так вот. А это же кидается. Види, на ноге сидит какая. Так вон можно из пирса. Дай на ноге-то. А, лягушка? А в пирс надо заходить, там он сломан. Я заплывал только на пирс. Может это не лягушка, а красавица какая-нибудь. Да-да. Превратится в красавицу. Давай рыбу меня вытряхнем. Я покажу, где ставить. Сейчас ему тесто дай. Надо найти большие мордушки и начинать ловить. Рыбы море здесь полно. Пойдемте обедать. А ты собери пока помидоры. Так у нас в морозилке полно рыбы тоже. А? У нас в морозилке-то тоже рыбу полно. Полно. Конечно, у нас там эти есть карпы, Сергей Павлович наловил. Ну теперь как вытаскивать? Вот эту вот вытаскивать? Вот эту, да. Вверх ее. Да. На. О, забирай. Гальянчики. Гальянчики, так. Ну я сейчас складываю и повезу к своей теле. Пали. Сколько там? Где-то 9 штук, что ли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Почему в одной есть, а в другой нет? Ты всегда анализ какой-то делай. Твердое тесто с растительным маслом натирай. Туда разные кожурки, картошки этой вареные с маслом. Чтобы они, горловину мажь, чтобы они заходили туда. У вас горловинка-то... маленькая, туда, чтобы они заходили. Она по горловину-то не мажала, Сергей. Пойдем, там была целая тропа. Павел каждое утро ходил пешком туда. Не надо лезть, тут рыбалка другая совсем. И веревочки сделать раза в три длиннее. А если тебе на коротких охотах, вот, заходи туда и тут вешай. Только чтобы они были точно горизонтальные. Вот на это вот, на пирс. Ну тут видно будет, все равно утащит. А туда никто не приходит. Так, а где у тебя велосипед-то? Вот он. Я еще... Я еще давай, давай. Я сейчас сюда приду. Давай, собирай все. Ну, слава Богу за все. Аллилуйя. Вот у нас огородчик. Тут вот садок. Разные ягоды, ярга. Тут две яблоньки у нас. Малина, красная смородина, белая смородина, черная. Вот. Та же облепиха есть. Каренда даже там в углу есть куст у нас. Вон там видно цветочки ее. Не цветочки, а листики. Вот, а здесь у нас вот, старый когда-то шалаш был. Сейчас вот возле лагеря новый построен, большой. А здесь маленький был. Вот так и слава Богу. Так а насос тут сейчас и не нужен. А, нужен? Нужен. Мы морковку поливаем. Тогда отставить это надо. Дорога не туда. Он где-то же здесь закидывал, нет?
Ну, там он подальше закинул. Смотри, вот дорожка, кажется, идет. А. И стойте, тут яма. Нет, тут яма, яма. Тут бобер лазил, обвалился. А он бобер-то живой, нет? Не знаю, живой нет. Нет, надо пойдем дальше. Не пойдет тут. Я не видел, что тут такое дело. Вот здесь вот эту дорожку проделай себе, камыша, пробей. Дорогу это не ходи больше. Тут кто-то прокашивал. Это я прокашивал. Нет? Да. Я думаю, води сводят эту потеречку сделай, никто не будет жить. Пойдем. Сломайте мне ногу. Сломайте мне. Надо залезть и камыш выбрать. Ну здесь вот вроде камыша нет. Здесь можно ходить, это не сосить, ничего не надо. Протоптать. Ну вот она, видишь, какая здесь. Один раз залезть туда, пробрать, продрать и дальше забрасывать. О, берег прикрыл. Здесь на околышки забить. Конечно, колышки там забить, чтобы не видно было. Ну а что тебе? Туда не надо лезть, вот где. Иди отсюда. Вот отсюда кидать туда. Только маленько продрать надо, вырвать. Залезть один раз, вырвать отсюда. Рукавички надеть, чтобы не порезать. И вот сюда вот, эта рыба подходит. Попробуй возить вот. Возьми. Вот сейчас выйдешь, траву бросит на около дороги. Пойдем за мной следом, иди траву приминай. Это сделать надо сегодня, она у тебя будет. Здесь рыба. Там вот будет он сейчас. Каждый раз маленько вырву, уже легче будет. Сколько орденов, как у Брежнева медалей. Гляди еще. Вот это да. Вот это я влип. Тоже. В липучку. То же самое. Ой-ой-ой. Вот это называется веники у нас. Веники. Видишь, какие они. Ну вот тут прямо на пути бросишь. Ты легко их найдешь. Ну смотри еще. Надо было пройти, посмотреть, где липучки. Они вон они, да и обходите. Ну это так они постепенно соберутся все. А мне тоже налипло. Ну все, положу. Не одно, да другое. А дома сидеть ничего не будет. Другое. Там липучек нет, но и рыбы нет.